Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Сегодня у нас очень интересный гость. Ну, точнее, мы в гостях. Мы в гостях у Светланы Сердюк, ландшафтного дизайнера, архитектора из Иваново. Добрый день, Свет. Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день, Ирина. Очень приятно встречать вас в нашем пространстве. Знаете, Свет, я когда готовилась встречи, я думала, что мы будем говорить о вас, да? У вас очень интересный путь. Я думаю, многие наши слушатели знают, но не все. Света уже с 40 лет, да, вы начали? Да, да. Света только с 40 лет начала работать в ландшафте. Перед этим весь ее бэкграунд, это история да. у Светы профессионально-историческое образование. Она работала в школе историком, да. правильно я понимаю? Да. Да? Uh -huh. Представляете, в 40 лет человек переключается на совершенно другую работу. Мне это созвучно, потому что я точно так же, в те же там, 40 с небольшим, переключилась с журналистики на питомник. Но Свет будем говорить не о вас. Да? <свят> не обо мне. <свят> да. Вы знаете, я позавчера приехала в Иваново, и пока мы со Светой ехали в машине, причем то было уже поздно, вечером темно, но я смотрела в окно, и я поняла, что меня Иваново просто поразил. А потом Света стала очень много рассказывать о том, что происходит в городе, как происходит в городе. И я решила, что мы сделаем интервью о том, чем и как сегодня живет ландшафтная в Иванова о том, какие изменения происходят в городской среде, ну, области, наверное, да, за последние годы, как они сказываются вообще на жизни города, на развитии региона, на жизни простых людей, на развитии бизнеса и в том числе на перспективах вашей компании. Мне кажется, это очень интересно, потому что... Аналогичные тенденции с той или иной силой, с той или иной интенсивностью проходят сейчас в разных регионах. А вот Ивано, мне кажется, такой прям очень показательный регион. Поэтому мы будем говорить об этом, если вы не возражаете. Нет, конечно, с удовольствием. Да. А, Свет, ну и первый конкретный такой вопрос: с какого года ваша компания начала активно заниматься горы озеленением? и почему вы переключились на эту тему? До этого Светлана все время работала с частными проектами. Да. Совершенно верно, я сама а, в ландшафтном дизайне, в ландшафтном, ну, скажем так, именно дизайне не бизнесе, потому что бизнес складывался постепенно. С 2008 года я стала заниматься ландшафтным дизайном, постепенно как бы входя в эту профессию. Ну и по большому счету спустя 10 лет, в 2018 году, мы а, участвовали в реализации первого нашего, первого нашего общественного проекта, объекта. Mm -hmm. Это был город Палих. И в принципе это... Первый пилотный проект, выполненный в нашей области, такой масштабный, такой значимый. Вот. Какой И... объект это был? Это центр города, так называемая Стрелка. Самый-самый центр около храма. И проект был конструкторского бюро Стрелка. Реализация была нашими местными силами, а мы занимались mm -hmm. именно озеленением. В то время это было сделано буквально с каких-то небольших 2,5 месяца, несмотря на то, что... Mm -hmm. Объем работ был огромный. Понятно, что для нас это было вообще впервые. Во-первых, такие объемы, mm -hmm. да, вот такие сжатые сроки в таком количестве, и при том, что два с половиной месяца от проекта до, до реализации. Mm -hmm. Это было, конечно, очень просто жесть, скажем так. Было очень трудно, но безумно интересно. Mm -hmm. Ну, понятно, что там работа по ночам, работа при освещении техники. Просто были очень сжатые сроки, нужно было все сдать вовремя. Мы, как всегда, заходим последние, нас ага. задерживают э, строители. При том, что мы э, что-то сделали, строители переделывают дорожки. Мы опять выполняем ту же самую работу. Но, в общем, все вечная то же история. Сам... Вечная история сделал. у всех. Да, к сожалению, из-за того, что мы идем финишем, да, mm -hmm. финишная наша работа. Но мы в какой-то степени уже сейчас к этому привыкли мы научились уже планировать свои работы так, чтобы их потом не переделывать. Тот именно момент мы показали себя с хорошей стороны, что мы можем, что мы действительно умеем работать в сжатые сроки, слаженно, качественно. И нам стали доверять. И на конец 23 года наша компания приняла участие в реализации 22 объектов на территории Ивановской области. Вот тогда, когда вы стартовали, большой коллектив у вас был, сколько народу работало? Нет, конечно. В проекте? Как всегда, еще же задействованы проектировщики. Сейчас наш штат сильно увеличился. Когда вот активно идет посадка, мы подключаем, естественно, сразу несколько бригад. Плюс у нас выходят в поля все садовники. То есть здесь уже мы перераспределяем рабочую силу. Скажем так, мы сейчас Сейчас очень акцентируемся именно на работе техники, не сколько людей, да, потому что... У вас техника своя или берете в аренду? Нет, в аренду берем, uh -huh. да, потому что пока вот не можем себе позволить, это, ну, дорого. скажем, дорого, yeah. да, вот, и тем более, что она у нас задействована не круглый год и, мы, uh -huh. соответственно, мы пока сомневаемся, хотя на необходимость, конечно, назрела, нужно, нужно, но как-то немножко страшно. Вот yeah. вообще всегда было страшно, когда мы что-то делали первый раз, всегда было страшно, Всегда было страшно работать с госструктурой. Мы не понимали, как это делать, особенно когда дело касается смет. Нам mm -hmm. дают смету, мы по этой смете работаем, потом понимаем, а деньги где, потому что смета сделана строителем без учетом кучи работы, которую мы делаем. Все Скажем равно. так очень непрофессионально. Да, они деле. ее делают вот там. Ну, вообще не понимая технологии и процесс. Сейчас мы уже в этом разбираемся, мы сметы делаем сами. У нас для этого есть специальный сметчик, мы уже взяли в команду сметчика. У нас работает уже несколько бухгалтеров, у нас расширился штат и тех а, непосредственно рабочих людей. Да. Вообще, конечно, с тем, что мы перешли на город, да, в какой-то степени все равно у нас частные объекты остаются, но большую очень долю занимают городские объекты. Ну, скажем, больше половины ваших да, работы. Да, да, mm -hmm. Работа наша изменилась конечно очень сильно справляемся каждый раз решаем какие-то новые задачи я считаю что все по плечу все угу. все возможно все реально главное ну как бы желать хотеть да, -да. все реально ну и да. волю к этому иметь да да угу. да свет а вот вы только начали что многому пришлось научиться и вы боялись вот мне очень кстати знакомо это чувство страха когда ты вваливаешься в какой-то проект новый объемный там дорогой это очень страшно на самом деле ну чтобы я хотела спросить не могли бы вы уточнить а чему вы научились что было для вас вновь вот вы сказали смета да это наверное первое вообще да вот да. чему, чему еще пришлось обучиться, что пришло новое? Поделитесь этим опытом, и как вы осваивали это новое? Ой, на самом деле нового очень много, во-первых прежде всего, нужно начинать с себя. Нужно полностью перестроить после частных объектов понимание того, что должно быть с точки зрения озеленения в городе. Пока архитектор это не поймет, ему лучше в город даже не идти. Потому что частные объекты, частное озеленение и городское озеленение – это как две разных планеты. Простите, именно архитектор, который проектирует? Даже ландшафтный архитектор угу. должен абсолютно по-другому воспринимать тот ассортимент, который он должен использовать в городских объектах. Это мы про все прутики забываем на раз и навсегда. То есть мы должны четко понимать установку. Ухода не будет такого, как, как, есть на частных объектах. Он будет минимальный. Поэтому использовать растения меньше 16 в обхвате, я считаю, что это преступление. Начнем с того, что даже использовать растения, вот эту капонину, которая у нас по всей стране присутствует, это преступление экономическое. И определенные структуры должны за это просто в тюрьму сажать. Потому что не сформированные растения ни разу не прошедшие пересадку, перешколку, угу, не сформированные угу. кроны использовать угу. в городе это просто подписать этим деревьям смертный приговор. Потому что их формировать никто не, не будет. будет и не умеет, и не знает, да, и задачи да, такой не ставят. Да. И вот эта капанина из леса она приживаемость у нее, я не знаю, 10%, если, если не ноль. Да? И вот эти деньги, потраченные, за которыми никто не ухаживает, и после этого мы будем говорить о том, что программа не удалась, озеленители плохо сработали, а кто поставил? Строители или же те, кто заложил копеечный материал? Mm -hmm. То есть люди вообще не понимают, как развивается растение в городе. Оно совершенно по-другому растет. Эти бесконечные цветники в городе, однолетники, кто за... да? да, однолетники, даже многолетники со сложным ассортиментом нельзя, нельзя, никто не ухаживает, никто не понимает. И у многолетников все равно очень короткий цикл жизни. Кто будет возобновлять эти цветники? Откуда будут За эти какие деньги? деньги? Да, да. Да, да. Откуда будут эти деньги? Чем все это закончится? Тем, что у нас опять будет бурьян. Общее впечатление об этом неудачный проект неправильная вообще работа по благоустройству. Она же неправильная вот в этом моменте, в мелком, неправильный ассортимент, большой объем цветников, капонины из леса, неправильно подобранный ассортимент и все, и проект провальный. Скажем так, непрофессионализм да. на всех уровнях, да. это на да. самом деле безумно больная тема. Очень. Безумно. То есть сейчас вроде как бы стали э, выделять деньги на озеленение, да. но их стали отдел... да. выделять, знаете, в таком же алгоритме, как деньги на скамейке. Да. Купили, поставили. Вот. А как подобрать то, что надо купить, как за этим ухаживать? Знаете, мне кажется, вот еще тоже встречались вы с такой проблемой в вашей практике городского озеленения. Очень больная тема это вот эти московские проекты, mm -hmm. которые клонируются mm -hmm. по всей стране в той или иной интерпретации, но в целом очень похуже это одно лицо. Это бы уже Бог бы с ним. В принципе, они неплохие, безусловно. Mm -hmm. Но очень больная тема это подбор растений к этим проектам. Нам периодически попадают, то есть, мы в тендерах не участвуем в Посадки. Ну мы очень часто поставляем, Нам шлют сметы там где-нибудь, ну я не знаю в Астрахани. Мы смотрим, говорим, ребят, но ну, это не будет жить. Зачем uh -huh. же это сажать? это? Умрет. Uh -huh. Компания, которая, ну вот нас упадет мы знаем, но мы ничего не можем изменить. Нам прислали uh -huh. этот проект, там стоит вот это вот дерево, и когда мы говорим, что оно не будет расти, делают фи, говорят вообще там молчите, мы тут все понимаем, мы, мы московские. Это очень тяжелая история просто, чтобы поменять это дерево на то, которое будет жить. Вот вы сталкивались с этой проблемой? Ну, я сталкивалась, может быть, не так категорично. Да, то есть в каком смысле? Когда э, у нас стали появляться новые общественные пространства и ассортиментная ведомость по растениям, она, конечно, приходила вместе с этими проектами. Угу. Я получала эту ассортиментную ведомость и понимала, что она не была такой критичной, но все равно правки там нужны Чтобы были. И я просто сидела и писала пояснительные записки угу. и говорила о том, что это нельзя использовать. Вот очень интересно, да. коллеги, как инструмент. Да. Вы не возмущаетесь, вы не идете устные переговоры, да. а вы пишете да. официальный документ. Да, да. Я писала официальную бумагу и обязательно с пояснением, Почему нельзя использовать барбарис у детских площадок? Угу. Почему нельзя использовать там какие-то вечно зеленые учетом того, что у нас это все горит, у нас просто вот наши погодные условия даже от Москвы отличаются, потому что у нас замер замерзло растаяла, замерзло растаяла. И, соответственно, все это вечно зеленое, которое вот там магония подуболисная, да, она же вся сгорит, она будет красивая, с желтыми пятнами. Когда не учитывают э, почвы, которые на этом месте, да, высаживают без учета э, того, что это насыпные грунты, высаживают растения, которые там просто не выживут в силу того, что им для этого нужна вода. Кто будет в городе поливать? Никто не будет поливать. То есть, складывается впечатление, что про да. вообще не думают. Да, они даже о этого почве, не знают. О температурах, о Ветрах, Ничего не грунтах. Ничего вот они это этого не знают. Тяжелейшая проблема. Ну, вот, как мне кажется, нужно вводить обучение дендрологов. Ну, профессионально, не помню, Александр, я uh -huh. не помню кто, что из института выведено обучение дендрологам. Нет такой профессии. Uh -huh. А мы сейчас видим, что знание дендролога, ну, просто вот кричит, как востребовано, да? Да, да. По моему глубокому убеждению, ну, во-первых, нужно обучать дендрологии системно, родить профессионалов, затем нужно вести некую работу, которая будет пояснять, что дендрологам надо много платить, это не гастарбайтер, угу. это человек с очень узкими знаниями, специальными знаниями, таких людей крайне мало, это вообще высокооплачиваемый специалист. И мне так кажется, что все таки проектирующие организации должны иметь в штате дендролога, потому что то, что они творят с ассортиментом, это ну, очень часто очень непрофессионально, а они даже этого не понимают, они на это закрывают глаза. Да, ну это, наверное, общее такое отношение к озеленению, как, mm -hmm. как к чему-то остаточному. И редко кто из архитекторов, а еще реже из управленцев, понимают вот значение озеленения. Они даже не понимают алгоритма жизни. То есть они положили плитку, и это навсегда. Mm -hmm. Да, ну, может быть, там через какое-то энное количество десятилетий она поменяется. А если растение посадить неправильный ассортимент, посадить неправильно с нарушением технологии, не ухаживать, а по большому счету, кроме плитки на этом участке больше ничего и не останется. Да это еще не... и плитка, допустим, да. поднимется да. корнями, если посажено да. близко от какой то да. дерево. То есть это, это уже не парк, это уже не сквер, это уже ну просто территория с плиткой и больше да. ничего. Слушайте, вот это вот потрясающее, я периодически присутствую на каких-то парковых форматах. Mm -hmm. Mm -hmm. И когда собираются профессионалы, начинают обсуждать парк. Парк, mm -hmm. Mm -hmm. растения не обсуждают в последнюю очередь. Вообще yeah. где-то yeah. там. Они говорят о плитке, о там, покрытиях, о детских площадках. Безусловно, все это важно. Но вообще-то парк... Это да. там, где растения, а не да. там, где покрытие и детские площадки. Кричим, мне кажется, что все равно с учетом специфики нашей страны, это должно быть сверху. Да. Вот, потому да. что на самом деле потребность снизу, она есть. Это доказывает наша область, Ярославская область. Вот на самом деле э, запрос снизу от людей, он очень сильный. Люди устали вот от этого бардака, который творится со с зеленым наслаждением. Mm -hmm. У нас очень устарел зеленый фонд. Очень. В силу того, что все это было прекрасно в советское время сделано, системно. объемно, системно. системно. Потом это все рухнуло, никто за этим не ухаживал. Плитка разрушилась, а растения-то вообще устарели от безухода. Они вообще потеряли свой облик, их никто не менял, их никто не подрезал. Народ, люди, просто простые люди, они это понимают, они это чувствуют. Особенно в новостройках, когда они приезжают вообще в голые территории, и они не знают, они не выходят из дома, потому что им выходить некуда. А вот сверху еще нет понимания того, что необходимо... Вот, э, по-другому относиться к озеленению. И вот здесь вот очень важна вот эта профессиональная прослойка, которая объяснит людям наверху, насколько важно грамотное озеленение. Не просто озеленение, а грамотное профессиональное озеленение те же 30, 20, там, 50 лет вперед. Фокус заключается в том, что озеленение реально надо планировать на 50, да. не на да. 10, на 50. Да. Извиняюсь, люди, которые принимают решения по вопросам озеленения, их срок от выборов до выборов. Но это, к сожалению. Их да. больше четырех лет, да, там mm. ни, ничего не интересует. Mm -hmm. Очень удручают эти туи, которые горят, да. Вообще городском озеленении туи, я считаю, что это вообще преступление. Абсолютно И... согласна. Да, Абсолютно это согласна. на такое безобразие. Ну, я считаю, что, не знаю, нужно какую-то ответственность административную, да хоть уголовную вводить. За такое транжирство государственных mm -hmm. денег. Тем более, что опять же по всем этим программам есть определенные нормы от бюджета до да, процент от бюджета, который должен выделяться это на... федеральные программы. Да, ну mm -hmm. вот, например, комфортно городская среда по самой программе на озеленении должно выделяться от 10 до 20%. процентов. Я могу сказать, что сейчас сводят на 5,7% от бюджета Треж... Потому, что... почти да. в три раза, да, но при этом хотят красоту. Uh -huh. Вот. Обхвата двадцать двадцать пять. Да, откуда? Откуда взяться красоте на такие деньги при больших площадях? Вообще, конечно, это боль, но скажу так, что все-таки в Ивановской области этот вопрос хорошо решается. Есть вот именно вот это понимание сверху угу. да, у администрации, у губернатора, у его команды. Это не только вот формирование комфортной городской среды. Мы еще участвуем в программе ⁇ «Безопасные и качественные дороги России угу. ⁇ У нас идет капитальное строительство угу. дорог, угу. развязок, перестройка улиц, угу. центральных наших улиц. И оно идет с масштабным озеленением. И это безумно радует, потому что наши улицы, в которые там сплошной асфальт, газ, вот эта загазованность, вот эта пыль, пыль. которая бесконечно летит. Главный, и... главный да. аллерген, не тополя, да, не... да. главный аллерген. Это пыль. пыль. Очень интересно, тем подняли. Скажите еще, в каких программах вам э, пришлось работать за это время? Федеральных и, может быть, областных? Только эти две федеральных две программы, федеральных. потому что первая вот, с 2018 -го года формирование комфортной городской среды, разные ее направления. Где-то мы даже были проектировщиками, где-то мы осуществляли авторский надзор. Практически во всех территориях, которые изменялись mm -hmm. в нашей области, мы выступали именно как дендрологи. То есть mm -hmm. нам как минимум давали составлять ассортиментную ведомость. У mm -hmm. да? вас, кстати, есть дендролог, или вы сами обладаете? Я сама. Я сама, mm -hmm. потому что я очень много училась. Много училась именно с точки зрения городского озеленения. Mm -hmm. Много ездила, много смотрела mm -hmm. по Европе, по Азии. Смотрела на их опыт, очень много учусь. Опять же, вот собственный опыт уже... Я не могу говорить о том, что я идеальная. Да? Mm -hmm. Мы все равно тоже совершали какие-то ошибки. Но именно эти ошибки дают нам возможность не совершать их в дальнейшем, mm -hmm. их понимать и исправлять их. Да, и наши первые проекты 2018 года, с точки зрения озеленения, они очень сильно отличаются по озеленению вот даже прошлогодние, по 23 да, того, да. да, Все равно идет унифицирование идет упрощение идет, скажем так, уменьшение количества газона. Больше мы делаем акцент на кустарники ну, и на конечно какие современные тенденции да, в озеленении да, городского. Да. И мы конечно отбиваем, мы прямо отбиваем большие растения. Угу. Вот мы очень много тратим силы и энергии на то, что мы взаимодействуем с заказчиком, доказывая ему необходимость использования крупных растений. Угу. Угу. Вот интересно, давайте сейчас про крупные растения. Я угу. со своей болью в клинике. Мне кажется, это все очень связано. Вы спросили, ну задали такой риторический вопрос, где брать большие растения, имея в виду бюджеты, да? Да. А я хочу продолжить эту тему, где брать большие растения, имея в виду их выращивание. Вот мы угу. питомник, да, чтобы вырастить дерево 20-25, 25-30, о котором вы говорите, нужно, ну где-то 12, 15, 16 лет, mm -hmm. вот так вот. Если ты развиваешься только на свои деньги, если у тебя э, кредит, там, наверное, сколько сейчас кредитная ставка процентов 17, наверное. Не, nee, побольше уже. Уже, уже побольше, 10. да. Но это нереально закладывать более чем десятилетний цикл mm -hmm. а, с такими вот деньгами. Это нереально, это невозможно. Поэтому вот мы, как питомник развивающие деревья, входим в больше и больше стандарты очень медленно, очень постепенно, потому что мы развиваемся только на своих деньгах. Вся там техника закупается, ведь чем больше дерева, другая уже техника и выкопочная, то есть ну, много чего. Это огромные вложения. И если вот мое глубокое убеждение, если государство не будет поддерживать декоративные питомники, как оно поддержит плодовые питомники, мы так и будем еще десятилетия вопрошать, где у нас стандарт 25, 30 и так далее. Его не будет, потому что стоит он очень-очень-очень дорого. У нас же сейчас есть огромный голод в стране да. Да, по крупным деревьям. Да. Огромных. Их голод. практически нет. Да, в питомниках их практически да. нет. Выбрали уже все, выкупили на много лет вперед, потому что эта программа действует по всей стране. С учетом того, что ее продлили до 30-го года, угу. я думаю, что ситуация будет все сложнее и сложнее. И, к сожалению, это может привести к тому, что у нас будут появляться деревья из других стран, не соответствующие нашим как бы, условиям выращивания. Ну, и нашим, из, Италии, пример. из Италии, например. Из Китая скоро повезут. Из Китая скоро да. по... Кстати, да. я помню, когда мы начинали работать, мы очень много ездили в Голландию. Ну, я примерно представляю, что там происходит. Вот, и в какой-то момент в Голландии вот этих маленьких деревьев, 200-250, которых надо раньше даже сажать, вдруг практически не стало, их стало очень мало. Голландцы говорили, а все китайцы скупают. Китайцы скупали в каких-то диких количествах. И сейчас мы видим питомники в Китае, заложенные, насколько, если я не ошибаюсь, на тысячи гектаров, mm -hmm. не на сто не на 200, а на тысячи. И их много. И скоро мы будем покупать деревья в Китае. Почему? Понятно, там не, не на свои деньги закладываются питомники в тысячи гектаров, которые требуют дикое количество там, дорогущей техники. Понятно, что это программы поддержки государства. Uh -huh. Вот. И сейчас к нам придут китайские растения, и наши чиновники будут вопрошать: а как же так? Почему в Китае есть, а вот у вас нету? Вот мы начали раньше, чем начал Китай, но я думаю, очень скоро наши объемы будут несоотносимы, потому что там идет мощнейшая государственная поддержка okay. этих проектов, потому что люди у власти прекрасно понимают, что такое городское зеленение как это все строится, откуда это берется и какие на это нужны инвестиции. Вот здесь, мне кажется, крайне важна наша с вами общая работа, крайне важно достучаться до власть придержащих, чтобы объяснить, ребята, у нас не будет шикарного городского озеленения еще очень долго, если вы будете все так же не понимать и не хотеть понимать, откуда берутся растения и сколько это стоит. Поэтому вот, мое глубокое убеждение, что российские питомники декоративных растений нуждаются в, хотя бы, не надо ничего особого, в той же поддержке, которую сейчас имеют плодовые питомники и всевозможные плодовые производства. Ну, опять поддержу полностью, потому что если мы сказали А, то, наверное, нужно говорить и Б. Да? Причем если... А должно было быть про питомники, да. а Б про города, а если так подать. Да, потому что, по идее, объявляется до 30-го года это крупномасштабная программа, и понятно, что вот если мы с 18 по 23 65 объектов выполненных по Ивановской области, то до 30-го года сколько мы еще сделаем? И так по всей стране. А откуда мы что будем брать, что мы будем использовать? Делать акцент на кустарнике да, можно, но без деревьев-то не обойтись. Да, конечно. И опять же, с учетом того, какая высокая потребность стоит по замене существующих зеленых насаждений в городах на новые, да, это и, и точно должны она быть огромная, не прутики, она огромная. И точно должны быть не прутики. Да? Ну, то есть, конечно, без поддержки государства, здесь питомникам ну, просто никак. Нереально. Нереально. Да. Опять же, про поддержку населения. Почему сейчас население там стеной стоит, если надо вырубать какой-нибудь клюн ясенелистный, да. страшный, битый, корявый, бог знает какой. Угу. А потому что люди понимают, что сейчас это уберут, да. а потом посадят да. вот такое. И, и они и не доживут еще... до него на они... большого да, размера. Они угу. не доживут до тени угу. под этими деревьями. Вот, поэтому тут все очень-очень-очень плотно взаимосвязано. Я еще, знаете, почему-то на что надеюсь? Что власть начнет понимать, что грамотное озеленение ей выгодно с электоральной точки зрения. Вот, а, мне рассказывала о своих проектах Россу. Женя. Женя Россу. Угу. Вот. И она рассказывала, как они сделали там вертолетную площадку, современную очень. Угу там со злаками, ну там с деревьями тоже, и ну какое непонимание как бы было в начале, и как это стало работать сейчас. Население, которое всю жизнь было недовольно местной властью, вдруг стали писать там в каких-то открытых источниках хорошие отзывы и благодарности, чего не было там отродясь. Городские власти стали приводить сюда своих гостей и показывать это как образец. Такое ощущение, что власть начинает понимать, что это ее электоральные преимущества. Вот я думаю, может быть, хоть это заставит как-то всерьез и глубоко задуматься вообще, из чего складывается городское озеленение. Действительно, и здесь, конечно, еще очень важна сама культура этих лиц, которые решают да. этот вопрос. Это да. Всегда удивляет, ведь они же бывают за границей, хорошо в Европе нет доступа, но они же бывают в Азии, в Сингапур. Китай, Япония. И Европу нет же... доступа два года, извиняюсь, да? Это ну, все сидели в Европе. Да, но то масштабное озеленение, которое сейчас есть в Китае, оно ведь не на пустом месте. Мы опять же вернулись к той же программе. Меня оно просто 10 лет назад удивляло. И вот буквально там полгода назад была, смотрела. Mm -hmm. Mm -hmm. Боже, они же впереди планеты всей. Да? Они настолько это делают экологично, продуманно, масштабно, это, конечно, да, да, и системно. Угу. Вот, поэтому тоже бы хотелось бы, чтобы все эти вот наши проекты не были какими-то точечными, да, да, появляется новое да -да -да. пространство, угу. здорово, классно. Вот кусочек этот вырвали, да. и... а ты отходишь буквально несколько там метров и все. И, и все то же самое, да, вот эти вот клен есенилистный, бурьян вдоль дороги, все засоренное, все замусоренное, необрезанное, неухоженное. Чтобы встретить город целиком ухоженный, но это редкость. Да. И у нас есть в области такие города, mm -hmm. я их mm -hmm. очень люблю, но это редкость. Какие, например? Я очень люблю Гаврилов Посад, очень красивые объекты, даже два, okay. это центральная площадь старыми рядами и набережная их маленькой местной речушки но весь остальной город очень ухоженный и в целом впечатление от этого маленького города с населением там чуть больше 5 тысяч просто производит шикарное впечатление вы упомянули советское озеленение хочу поделиться мне несколько лет назад попала в руки книга городское озеленение 53 года и что меня глубоко потрясло там с первых Глав, как трактуется городское зеленение, как некая очень системная работа, которая начинается в пригородных лесах. Mm -hmm. И дальше чистый воздух, который вырабатывается этими лесами, то есть решается задача, как он должен поступать в город. Обсаживаются магистрали не в один ряд, там сложная схема посадок, многорядная. Обсаживаются все магистрали, которые входят в город. Там прям написано, что это рукава, по которым uh -huh. воздух из леса поступает в город. Дальше эта зеленая река, она перетекает в моря или в озера парков, больших парков, городских парков, чем были стандарты на какое количество населения да. должно быть какое количество mm -hmm. крупных парков и мелких. То есть мы сейчас до этих стандартов не дотягиваем, там, как, нам как до космоса до mm -hmm. этих стандартов. Ну и дальше скверы, придомовые территории, и все это рассматривается не в отрыве. Здесь набережную озеленили, здесь двор озеленили, здесь парк новый посадили, mm -hmm. вот мы такие молодцы. Mm -hmm а именно как вот эта вот общая система которая начинается с пригородных лесов mm -hmm. и мне кажется было бы очень разумно и очень замечательно вернуться к этой системе понятно что мы ее не построим за год за два но за 10 можем построить, да. если есть желание. да. Я вот прям думаю, вдруг когда-нибудь появится такой человек, который там наверху скажет, ребят, а давайте мы к этому вернемся, а давайте мы это заложим в программу, а давайте мы начнем работать, хотя бы начнем работать в этом направлении. Да, к сожалению, у нас из-за того, что территория у нас огромная, да, и ну, люди улыбаются, когда ты говоришь о том, что вот мы можем скоро остаться без зеленых насаждений, остаться в пустыне. Ну, понятно, у нас огромные леса, которые, в принципе, тоже уничтожаются, но люди забывают о том, что по большому счету, а из города часто ли они выезжают, и что их жизнь в основном проходит в городе, да, среди высоких зданий, среди асфальта и плитки. И чем они дышат? Если пересчитать по дням, то, по большому счету за город -то они выезжают очень-очень редко. И, соответственно, они дышат вот этой химией, этой пылью, этим углекислым газом. И потом они говорят, а почему у нас такое здоровье? Да -да. А почему у нас все дети, да -да. у них у всех аллергия? Да -да. Откуда И дальше появляется... начинается, вырубите деревья, да. вырубите, уберите да. злаки, вырубите то. У нас аллергия, и поэтому мы должны вырубить последние деревья, которые остались. Это, конечно, логика. Вот неужели они не задумывались о том, что дети с аллергией рождаются но у нас же постоянно и повсеместно стало аллергия, которая приходит с возрастом. Человек никогда не болел, и вдруг у него появляются да, аллергии. Да. Это же не просто так. Ну, да. Это же почему-то... Вот... Плохой экологический а, фон да, на протяжении да, многих да, лет. Да. В городе хорошо, если ты живешь в маленьком городе. А сейчас же общая тенденция увеличения городов. И в принципе у нас все меньше и меньше населения, которое живет в сельской области. Да. И наши города становятся все крупнее и крупнее. Вы сказали, люди не часто выезжают за город. Я бы так добавила, некоторые люди вообще не выезжают да. за город. У меня есть некоторые знакомые московские, ну такие москвичи, москвичи, бывшие друзья по работе в газете. Я говорю, приезжайте, там вот покажу, и люди начинают задавать какие-то вопросы, из которых я понимаю, что им страшно выезжать за город, то есть а клещи, а то, а все. То есть люди уже городские начинают воспринимать вот эту природную среду как, как среду как агрессивную да. и настроенную uh -huh. против них. Uh -huh. Это уже такой вот ментальный какой-то сдвиг пошел. Uh -huh. Поэтому они вообще не выезжают за город. В лучшем случае в какой-то маленький парк выйдут. Ну да. И то с опасением. И там в этом парке должны быть обязательно активности. Я, конечно, за то, чтобы активности были в городе, но ну, как-то все должно быть сразмерено, когда есть красивейшие парки с многолетней историей. И дальше их начинают частично вырубать, вытаптывать эти угу. тропинками. В общем, все. Дальше такая повсеместная тенденция в парках. Мы подчистим парк, начинают вырубать кустарники. Угу. Да? Вырубили кустарники, а что-то у нас ссылается. Пропали. Угу. Только они потому и пропали, что они в кустах да. живут, а вы все кусты да. вырубили. И это сплошь и рядом. Мне кажется, мы уже подошли к той грани, когда все-таки должно начаться какое-то системное осмысление. Нет, ситуация с разных сторон, в mm -hmm. том числе и со стороны, допустим, обучения детей в школе. Да? Да. Что сейчас детям внушают? Их опасности подстерегают со всех сторон. И вот они должны всего бояться, эти дети боятся всего вообще, всего в лужу наступить. Да? А, ну, я уже не говорю про «А, клещи, а комары, а, мухи, ужас какой. Ну, как-то по-другому нужно детям говорить о природе, об окружающем мире, не воспитывать их знаете, в этом насторожном, я бы даже сказала, озлобленном состоянии к живой природе, к окружающей среде. Будем надеяться, что в скором времени у нас это будет. Свет, ну, давайте перейдем на вещи практичные, угу. которым интересно, которые интересны, я думаю, многим угу. нашим слушателям, ландшафтным дизайнерам. Скажите, пожалуйста, с городом экономически более выгодно сотрудничать, чем работать с частными объектами? Как бы здесь, если говорить о количестве, да, то есть об объеме денег, конечно, ну что тут сравнивать, с городом, да. Если... То есть общая стоимость проектов, она в разы, в, может разы, быть, в десятки разы. раз больше. Да? Но если говорить о прибыли, она, конечно, отличается от частных объектов, но вот самое главное, вот это важно очень понять, если ты собираешься работать в долгую, то ты за этот объект отвечаешь. Тоже в долгую. То есть, например. Даже да, если он у тебя не на уходе. Да, да. Потому mm. что есть определенная гарантия, да? есть имя, которое ты стараешься максимально поддерживать. Если мы сделали объект, мы с него ушли, это не значит, что мы про него забыли. Mm, интересно. Очень часто, я бы сказала, даже постоянно. Например, объект с нами сделан, но генподрядчик объект еще не сдал городу. И уходные службы на объект еще не вышли, того, кому будет этот uh -huh, объект uh -huh. принадлежать. Uh -huh. И он генподрядчик исправляет свои ошибки, там что-то меняет, что-то переделывает. Если плитка лежит, она ничего не спрашивает, да? Растения, если не поливать, газон, если не косить, там кустарники не подстригать, это же никто не будет. Им не важно, они должны принять объект в хорошем состоянии и с, с точки зрения озеленения в том числе. До момента сдачи объекта в эксплуатацию может пройти год. И этот год мы ухаживаем за объектом абсолютно бесплатно. А в бюджет это не заложено. А в бюджет это не заложено. Но... Если газон засох, организация, ну управляющий, так mm -hmm. заказчик, который примет этот объект, он просто у нас не примет. И мы считаем, что мы лучше будем ухаживать, чем мы будем перекладывать. Mm -hmm. Мы лучше будем ухаживать за растениями, чем мы их будем потом менять. Это меньшее есть... вложение. Да, меньшее mm -hmm. вложение. То есть, казалось бы, мы заработали много, но мы своей прибыли и своего заработка мы тратим на уход за этими растениями. При том, что бывают случаи там, механического повреждения, не нами. А уборочными службами, там, да даже какой-то вандализм. Спустя почти год после реализации приходит принимающая сторона и начинает пересчитывать. Она пересчитала, не хватает. Мы досаживаем. Это минус из нашего заработка. Mm -hmm. Что-то сломали, мы меняем. Что-то погибло, мы меняем. То есть вот этот миф о том, что мы зарабатываем какие-то сумасшедшие деньги, это... Это миф, это ерунда. Конечно, мы зарабатываем, мы не работаем ради работы, но этот заработок очень трудный, очень тяжелый. И при том, что так хитро работает наша программа, угу. что мы до момента реализации объекта не получаем ни копейки денег. Мы все делаем на За собственные счет. средства. Угу. Поэтому вы понимаете, что выполнить проекты, которые большие, которые больше 100 миллионов, у нас нет таких свободных денег. Мы идем, занимаем в банке кредит, угу. работаем на кредитные деньги. Соответственно, угу. это опять... Которые стоят не да, копейки. Да, то есть э, не все так там классно, не все там розовое и пушисто, это работа, это сложная работа прежде всего, при том, что это огромное количество нервов, это настолько все сложно, но скажу, что, конечно, интересно, масштабно, тем более, что в нашей области частные заказчики там с московским уровнем не сравнить, uh -huh. вот, и поэтому привлекает вот этот масштаб, этот объем, интересно это все, конечно, но, но я но... поняла. Да. А, Свет, вот мы уже поговорили о том, какие трудности угу. вот вы сейчас сказали. У меня был такой вопрос: может быть, еще какие-то моменты, вот какие сложности в работе с городом? И, может быть, какие плюсы, кроме, ну, кроме хорошего заработка, да? Что еще? А, ну, минусы, конечно, еще то, что прямо сейчас, а лучше вообще вчера. То есть, вот все по такому принципу. Отсутствие какой-то плановости ⁇ это, конечно, очень сильно, ну, просто, даже, я не знаю, это такие минусы в работе. Это прежде всего работа на каком-то постоянном надрыве, она, ну, прямо тяжело, очень тяжело. Психологически очень тяжело, когда ты должен это сделать вот быстро, но при этом качественно. Это нужно быть готовым, стрессово устойчивым нужно, mm -hmm. конечно, быть да, это вот постоянная нехватка денег, постоянно нужно иметь достаточный объем денег, чтобы расплатиться за нанятую технику, за привлечение рабочих, за оплату земли, за оплату растений. Слава богу, мы как бы активно работаем уже не, не один год с питомниками, которые готовы ждать, да. Но мы же тоже понимаем э, людей, которые им тоже нужны деньги, и вот нужно выкручиваться каким-то образом закрывать свои долги. То есть извиняюсь, и... получается, что мы с вами вы, в первую очередь, мы питомник, да. который дает да. растения в долг, да, да, просто теряем вот те самые проценты, да, да? Конечно. мы теряем да, свои да, деньги, да. кроме того, что мы непосредственно вкладываем, мы просто теряем свои деньги. Да. А это типа норма, да. это как-то норма. А норма. Это норма, это норма. Почему мы должны терять эти деньги, при том, что они стоят сейчас, там, сколько, 18% уже? Да. Почему мы должны нести эти убытки? И еще знаете, что хотела сказать? Вот, вот, вы говорите, очень точно значит, сказали, что все вдруг, вдруг mm -hmm. неожиданно, да. Yeah. Ребят, если вы хотите вдруг получить деревья 22, да даже 14, 16, да даже 16-18, вдруг вот ну вот соответственно вдруг и можете получить а можете не получить как бы было мило и здорово если бы а, там хотя бы за два года мы понимали что это будет и хотя бы хоть какой-то хоть ну какой-то какой-то договор да чтобы мы были уверены что мы это не продадим мы это оставим, мы будем доращивать но у нас купят вот это так должно работать, а, а вот все на вдруг вот так оно и получается. Извини, что перебила, вот нет, что Нет, это еще? тоже боль, потому что когда у нас до последнего нет понимания, будет реализация, не будет реализация, будем мы участвовать в этом проекте, не будем mm. мы участвовать в этом проекте, нужны нам деревья вот такие, вот с таким объемом, в таком количестве, не нужны. Это на самом деле вот вот отсутствие какой-то плановости, оно, наверное, самый большой минус, который есть в работе с городом. Я смотрю на коллег, которые работают с девелоперами, у них все планово. Они уже в начале зимнего периода уже все планируют, они получают авансы, они бронируют растения, они их заказывают, они их вовремя получают. У них все происходит планово. И, естественно, в таких условиях работать легче спокойнее. спокойнее и легче угу, угу. когда ты можешь планировать рабочую силу когда ты можешь планировать вообще работу как таковую а не когда ты думаешь будет не будет случится не случится на каких условиях когда ты выйдешь вообще на объект что произойдет. Сейчас еще Сейчас говорят, -э... извиняюсь, в последний год-два очень жесткие пошли проверки. Да, да. Наш человек, который фиксирует нашу работу. Утром начали, в обед зафиксировали, вечером зафиксировали, все отдаем, ведем все журналы, ведем э, все списки, кто вышел, кто что. Это правильно. Это правильно. Это так и должно быть, потому что да, потому что э, необходимо понимать скрытые работы, как мы их увидим, mm -hmm. да. А то, что творится в скрытых работах, это вообще просто трэш, Особенно у дорожников, это же волосы дыбом встают. Это все правильно, но когда ты это все делаешь вот так вдруг-то, вдруг. Вдруг, то конечно это дополнительный стресс, это да. дополнительный стресс и выдержать качество очень сложно, но мы стараемся изо всех сил, потому что мы понимаем, что качество это очень важно, да, потому что если мы сделаем плохо, прежде всего это будет плохо для нас Конечно. потому это что мы будем ваше передел... имя на годы да. вперед как потом, мы будем жизнь, потом мы будем переделывать потом мы будем переделывать, мы будем пересаживать мы будем там что-то менять это опять же дополнительная потеря денег и времени угу. то есть вот не сегодняшним днем думать а думать на будущее вот это так важно потому что ну это просто важно это важно для работы в долгую Планирование должно да? быть. Да. 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 Свет, а какие-то плюсы, кроме, ну, больших бюджетов, какие еще плюсы дает вам, как компании, вам, ну, я не знаю, как первому лицу компании, как э, социальной личности, да, вот в этом городе, какие еще дают плюсы работы с городом? Ну, здесь больше, наверное, какие-то моральные аспекты, да, потому что частный заказчик, ну, это как бы одна семья, там, 3-5 человек, да, которые выражают тебе свою благодарность. Здесь, когда ты делаешь какую-то общественную территорию и с тобой общаются практически там mm -hmm. население малого города или какого-то mm -hmm. района, вот в нашем центре, и они выражают благодарность, это прямо очень заряжает. Опять же, мы идем последние, да? Мы наводим порядок, как я все время говорю, мы те самые. Подушечки на диване, которые создают вот эту красоту. Угу. Мы работаем, и местные жители, которые постоянно ходят мимо нас, они говорят: ребята, какие же вы молодцы, какую вы красоту для и нас вот создаете. Да? И они подходят, они готовы разговаривать, они готовы делиться эмоциями. Угу. И вот эта обратная связь от населения она честно она вот честно она настолько воодушевляет. И не только меня, но и ребят, которые работают. И они угу. говорят, слушайте, вот просто, ну, прямо ты понимаешь, для чего ты работаешь. Да, это очень, это да. очень важно. Это очень, очень важно. заряжает. Вот. И потом, когда вот ты там видишь фотографии, когда мы делаем в расчете на то, что здесь будут местные жители гулять? И потом появляются фотографии в соцсетях, потому что там зацвела яблонь или зацвела там черемуха, угу, и все угу. фотографируются на этом угу, фоне. Угу, да, и ты понимаешь, что ты людям сделал маленький праздник. Угу. Светлана, еще вот такой вопрос: а как часто вам приходится плотно взаимодействовать? с сотрудниками город администрации или областной администрации вообще вот ваша личная непосредственная работа ну, с э, чиновниками в городе она есть вот э, ваши коллеги планируют работать в городском пространстве хотелось бы подсказать к кому идти да? с кем выстраивать контакты с кем выстраивать связи чтобы ну, быть своей в этой среде ну, понятно, что к первым лицам государства мы навряд ли, там да. и области или города, навряд ли мы сможем попасть сразу, да. Но если, например, сидеть на диване, да, там у себя между, там общаться и говорить о том, что вот все так плохо, но при этом ничего не делать, угу. я всем всегда говорю со всех трибун. Есть несколько, два, в принципе, конкретно пути, да. То есть первый путь — показывать свою компетентность, как можно чаще, угу. показывая ее в общественных пространствах, каких-то общественных проектах. И второй путь, который взаимодействует с первым, на уровне своей компетенции, понимая свою компетентность, идти к людям, вот просто к людям в общественной организации и рассказывать о том, как это должно быть, и как можно это изменить. Или же взять просто какое-то маленькое общественное пространство сделать на него проект из хороший грамотный правильный проект и идти в администрацию и говорить вот у меня есть проект угу. он бесплатный я сделала его для вас бесплатно давайте попробуем его реализовать угу. я даже возьму на себя авторский надзор бесплатно но мы сделаем его красивым хорошим красивым грамотным и тогда раз два три не нужно ждать чуда с одного раза оно не произойдет. Это работа в долгую. И только тогда, когда вы покажете, что вы настолько компетентны, настолько вы э, умеете делать э, грамотные пространства, только тогда вам будут доверять э, уже постоянно, угу. скажем так. Угу. Ну вот я много общаюсь с соседними областями, и все говорят, как у вас так получилось? Вот э, понятно, что, ну, я не волшебник. Мне повезло в том плане, что у нас действительно есть запрос снизу, угу. но при этом у нас э, просто огромное понимание вот этого процесса сверху. На уровне области или города? Области, именно области. Встречается это губернаторы в первую очередь. Да. То есть прежде всего наш губернатор и его команда четко понимают что насколько важно именно изменение общественного пространства, изменение его в том числе и с хорошим объемным качественным озеленением, правильным, что это очень важно. И есть понимание дальнейшего ухода за ним, важности этого. И вот это все вместе дает Извините, пространство. Извиняюсь, вы работали напрямую с губернатором? Ну, то есть вы встречались с губернатором, вы доносили да, ему свои да, мысли? Да, мы У -у -у. работали, но чаще мы работаем с заместителем губернатора. Именно вот в этом вопросе. Это София Алексеевна Познанская, которая молодая девушка, но высок... высокий профессионал. Она просто прекрасный архитектор и человек, который понимает вот эти все проблемы. И самое главное, она доверяет она доверяет, она слышит, она слышит, и ей можно рассказать о наших болях. и она не просто их послушает, она среагирует. Она То есть поймет. это такое интересное молодое поколение да. управленцев, которые да. приходят не для того, чтобы себе в карман положить и больше не зачем, а это совершенно другая. Да. Ну вот все ругают КБ Стрелку, все ругают архитекторы РФ, но понятно, что есть какие-то минусы, но я считаю, что вот это молодое поколение, которое выпускает программу «Архитекторы РФ», они выходят с новым видением, с новыми взглядами. Они видят мировую практику, они видят российскую практику. На самом деле практика в России положительная, есть. Динамика. Да. И мне отрадно понимать и знать, что практику Ивановской области транслируют на одном уровне с практикой Казани с практикой Татарстана в целом, и мы идем как пример вместе с Москвой, uh -huh. с, с Татарстаном, с другими областями, да, и нас транслируют, нас показывают uh -huh. именно как положительный пример. Uh -huh. Но ну, это, конечно, работа команды губернатора в целом, которая отслеживает проекты. Создает эти проекты, продвигает эти проекты. Мы выигрываем каждый год. Область идет на конкурс и выигрывает каждый год 4 и более проектов. Мы получаем деньги по этой Это программе. Это работа губернатора, ну, Это его, работа команды. его команды. Центры территориального развития, которые возглавляет непосредственно София Познанская, они занимаются этим вопросом. Эти проекты приходят в города, приходят деньги. Но Центр территориального развития не бросает эти проекты, он отслеживает качество выполнения, потому что губернатор спрашивает То есть качество. Центр территориального развития это структура при да. областном правительстве. Да. да. Угу. И она э, сама курирует каждый проект. При этом губернатор всегда вместе с общественностью каждый проект принимает. И он получает от общественности обратную связь. А что значит вместе с общественностью? А с местным населением. Ну, то есть он приходит на объект. Прямо приходит с и населением. не один раз mm -hmm. он, он приходит промежуточно по, по факту реализации. Он бывает не один раз на Давайте объекте. хоть назовем, как у нас зовут. Станислав Сергеевич Воскресенский. Ага. Как давно он у вас работает? О, вот осенью он пошел уже на второй срок. Московский? У нас, да, он из Москвы. С Московской области. То есть команда Путина, так Ну, в, в целом, да. Угу. У нас были выборы, угу. он не назначен. И вот осенью, в сентябре, да, или в октябре у нас были выборы, угу. у нас большинством голосов, он ну, с большим, прям большим перевесом выиграл. Очень То есть здорово. люди понимают, что это человек да, делает. Да.